мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше? Владимир говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он, ну, приняли решение, что вместе одинаково. Вот и все. Владимир Путин сегодня впервые за последние 3 года в Минске. Эксперты, указывая на то, что до Путина в Беларуси за короткий срок побывали и глава Минобороны России Шойгу, и внешнеполитического ведомства Лавров, полагают, что это не просто дружеский визит к Александру Лукашенко. Сегодня, кстати, Шойгу снова в Беларуси. В день визита завершилась и внезапная проверка боеготовности вооруженных сил Союзной Республики. Минувшей ночью более 30 дронов «Камикадзе» атаковали Киев и область. Сильно пострадала инфраструктура, вновь начались экстренные отключения электричества. Мы с украинцами один народ. И желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО, дружественным для России государством. Владимир Путин впервые за 3 года прилетел в Минск. Официально сообщалось, что Лукашенко и Путин будут обсуждать вопросы энергетики и безопасности. Но независимые эксперты считают, что возможная цель визита Путина – добиться от Лукашенко непосредственного участия белорусской армии в войне против Украины. Россия и Беларусь, как мы с Владимиром часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и с европейским. Надеюсь, что в скором времени там прислушиваются к голосу разума, и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства.